Иномарки учатся летать. В выходные сразу два автомобиля марки BMW попали в аварии во Владимире. В ночь в субботу на воскресенье одна из иномарок упала с моста через Ирпень. За рулем BMW 316 находился мужчина 80-го года рождения, а в салоне машины трое пассажиров. Машина пробила ограждение на мосту и опрокинулась в кювет. По предварительным данным, авария произошла из-за несоответствия скорости BMW конкретным дорожным условиям. В результате водитель и один из пассажиров были госпитализированы с многочисленными травмами. Остальные проходят лечение амбулаторно. Информацию о том, был ли пьян мужчина за рулем, ГИБДД пока не сообщают. Еще одна авария с BMW 525 модели произошла в субботу вечером на дамбе в Загородной. Владимирец 89-го года рождения не справился с управлением и врезался в отбойник. Госавтоинспекции пояснили, что признаков алкогольного опьянения у водителя не было. Сам же мужчина в соцсетях написал, что его подрезал внедорожник. Из-за этого он и не справился с управлением. Нарушил правила маневрирования, в результате чего совершил столкновение с металлическими ограждениями. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомашины BMW 99-го года рождения получила телесные повреждения. Ей была также оказана медицинская помощь на месте, после чего она была отпущена домой.